По балкону это адрес Канатная 47. Балкон находится на втором этаже над входом в арку. Несколько было публикаций в СМИ о том, что очередной раз в Одессе обрушился балкон. Это неправда. Было вручено предписание собственнику квартиры о том, чтобы он самостоятельно демонтировал аварийные элементы балкона. Он не отреагировал. Мы приняли решение, чтобы не подвергать опасности одесситов и жителей этого дома. Мы самостоятельно приехали, огородили территорию, предупредили всех жителей этого дома и демонтировали опасные элементы балкона.